Вам что, в гавань? В гавань. А вы почему знаете? Догадался. Наверное, к сыну. Сын вас здесь, не так? Боя. И оба краснофлотцы, конечно. Командиры. Ну что ж, будем искать ваших командиров. И самому в гавань. Товарищ Каинева. Я. Старший сигнальщик Темичев. Четвертый год вместе с вашим сыном плаваем. Которым? Володей? Никак нет. С Григорием Владимировичем. Занят он очень, никак не может вас прийти. А второй что же? Тоже занят. Занят. Такое уж наше морское дело. А как же вы узнали меня? Так эта задача несложная. Перед тем, как идти, я предварительно оснастился. А, вот. Снимок старый. Это они еще в училище были. Понимаю, понимаю. Разрешите вещички вас? Пойдем. А куда идти? В ту сторону. Прямо туда. А они здоровы? Здоровы оба. А вы сюда. Публика что тут делает? Популярность. Что значит популярность? Все популярны. А вот барышни есть такие. Спектакль кончится, артистам домой ехать. А они тут им букет суют, записочки разные. Знаете таких? Знать не знаю. А слыхать приходилось. Ну вот, вроде тех барышень. Не понимаю, ждут-то они чего? А ждут они отважного. Миноносец у нас есть такой, отважный. А чем же он так прославился? Вы подождите, может, сами увидите. Интересно. Очень интересно. Простите, товарищ командир. Я комиссар. Виноват. Вы к нам, товарищ комиссар, зачем? Служить у нас собрать. Представьте, да. А что, не гожусь? Да нет, почему же? Только ведь сухопутному человеку у нас в первое время непривычно. А вы-то как? Так и родились моряком? Да нет. Ну, я на флот пришел добровольно, у меня причина была. Что же за причина? А я воды с детства боялся. Ну, пошел, чтобы не бояться. И как, помогло? Помогло. Два приза за плавание заработал, нынче на третий располагаю. Вот видите, а меня забраковать хотите? Да нет, что хорошо, нехорошо, товарищ Демичев.
Ну-ну-ну-ну-ну, мама, мамочка. Действительно, Володька. Ну, пойдем. Каждый раз одна и та же история. Судно должно подходить медленно, потихоньку. А Володька сумасшедший форсит, с полного хода на стенку прет. Когда-нибудь врежется. Митин. А, и пакет. Здорово. До свидания, спасибо. Ты, мама, отдохни. Полежи. Холодно будет, накройся. Ладно, надо. Не беспокойся. О, вы, которые любили без позволения родных и сердце нежное хранили для впечатлений молодых, для радости, для ниги сладкой. Ты! Девицы. Герой! Девица, если вам украдкой случалась тайная печать с письма любовного срывать, или робко в дерзостные руки заветные локоны отдавать, или даже молча дозволять минуту горькую... Мать бы хоть пожалел. Минуту горькую разлуки, дрожащий поцелуй любви, в слезах... Она не бубни. В слезах с волнением в крови. Видел бы ты только, что с ней на стенке делалось. Не осуждайте, безусловно, отстань. Не осуждайте, безусловно, Татьяны Ветреной моей. Не выросли мы, жалко. А то быть бы тебе сегодня битым, как в доброе старое время. Не повторяйте хладнокровное решение чопорных, может, отстанешь? Нет, не отстану. У чопорных судей, а вы, о девы без упрека, которых даже речь пожалуйста. Ну, повторяйте. Хватит. Брат я тебе или не брат? Ну, брат. Ну, так изволь слушать. Ты меня как брата позоришь. Кто это я? Да, ты. Кораблем рискуешь. Людьми рискуешь. Глупой, упрямой башкой своей рискуешь. Смотреть на тебя смешно, тенор. Ну, ты полегче. А все для чего? Нервы пощекотать, самолюбие потешить. Пойми, Володь, мы же с тобой не в бирюльки играем. Да что ты говоришь? Годы у тебя как будто серьезные подходят. Ой, слыхал, слыхал. Корабль тебе дали, звание удостоили, а ты... Вырос! Ты понимаешь, давно вырос! И ни в няньках, ни в боннах, ни в наставниках не нуждаюсь. Уйди. И в советах твоих, советах старшего, безупречного, образцово-показательного брата тоже не нуждаюсь, не нуждаюсь. Слушай, ясно? Володька, ты не кричи. Да я не кричу. Тут разговор принципиальный. Принципиальный? Хорошо, давай разговаривать принципиально. Труп или ты не труп? Нет, ты, пожалуй, не труп. Ну, спасибо и на том. Нет, ты, конечно, не трус. А вот людей своих воспитаешь трусом. При первом серьезном испытании они у тебя растеряются. Пойдут ко дну. А тогда не поблагодарят. Ох, не поблагодарят своего командира. Это ты брось.
Как поведут себя в бою мои люди, это мы увидим. Во всяком случае, они доживут до этого. А если и погибнут, то только как герои, и только в борьбе с врагами. Помни это. А вот доживут ли до тех пор твои, не поручусь. Бессмысленный риск, которым ты подвергаешь. Бессмысленный. Да, глупое мальчишеское твое упрямство. Вот что. Вот что угрожает их жизни сегодня, сейчас, еще до войны. А я утверждаю. Вот что может вывести их из строя. А тогда, я утверждаю. А тогда грош цена тем боевым качествам, которые ты им привил, не спорю. А я утверждаю. Хочешь воспитать моряков, а не мокрых куриц? Без риска не обойдешься. По-твоему, он бессмысленно, а по-моему, необходим. Не я это придумал. Такие моряки, как Корнилов, Синявин, Лазарь, Начимов, они понимали это. А ты что ты делаешь? Продолжаешь традиции бездарности старских адмиралтей? Так что ли? Молчалинские добродетели, умеренность и аккуратность. Все то, чему русский флот был обязан Порт-Артуром, Цусимой, так что ли? Я стараюсь следовать только одним традициям. Традициям большевистской партии. Понятно? Да, я. Есть. Есть немедленно вице-командующим флотом. Товарищ флагман первого ранга, по вашему приказанию явился капитан третьего ранга Крайнер. Садись. Товарищ флагман первого ранга, садись. Предстоящим учением вы уже знаете. Да. Вам предстоит обследовать район учения. Отважный пойдет на остров. Тут срез. Есть. Дальнейшие предписания найдете в этих пакетах. Откройте их завтра в 5 часов. Возвращение явится ко мне. Есть. Разрешите идти? Пожалуйста. Минуточку. Товарищ доктор. Капитан-лейтенант Крайнер, командир отважный. Батальонный комиссар Зотов. Новый комиссар отважного. Знакомьтесь. Да мы почти знакомы. Вот и отлично. Товарищ Зотов у нас на флоте человек новый. Вы его не обижаете. Да, его обидишь. Судя по характеристикам, как бы он кого не обидел. Что вы, товарищ бригадный комиссар? Да, знаем. Ну, добро. Попали вы к нам в самое время, а морячите сразу. Я пойду. Останьтесь у меня. Ну, ты что, Женька? Да ты не спишь? Нет. Зря. Ты не спишь? Я командир. А я комиссар. Пакет скрывать не пора? Да, я за этим пришел. После этого встретиться с подводной лодкой Спрут и продолжать совместные плавания. Ну и что ж? А то, что встречаться мне сейчас с Гришкой, ищи тиснем рядышком.
Что за чучело? Норвежец, друг почтовый. Отважного не видно? Не видно, товарищ командир. Рановато всплыли. Спокойно, минут 10 могли под перископом идти. Ничего. С Володькой осторожность никогда не мешает. Сейчас пригонит. Прилетит, как сумасшедший. Что, замерз? Чего? Я привык. Ох, что-то больно быстро. А я не про то. А про что? К обстоятельствам разным привыкать привык. Так что ничего, не теряюсь. Слушай, я тебя все хотел спросить. Ты ко мне-то как попал, случайно? Сам напросился. Понравился тебе это? Понравился. Чем же? Люблю смелых людей. Ага. Ну-ну. Сигнальщики! Есть сигнальщик! А справа по носу шхуна не видите? Я буду докладывать. Ты посмотри на халы норвежцы. Ведь видит, что военный корабль идет. Так не поторопится убраться с дороги. А чего ж им торопиться? Воды здесь нейтральные. Что такое? Воды нейтральные? Ох, ты уж выучил все. К тому же паровое судно всегда уступает дорогу парусу. Правильно, правильно. Только там у тебя одно примечание выпало. Кроме эскадренного миноносца «Отважный», который не шарахается в сторону от всякой селедочной лайки. Разрешите отворачивать, товарищ командир? Так держать. Есть, так держать. Ну-ну. Прибыли из совместного плавания. Товарищ флагман первого ранга, решите доложить. Докладывайте. В районе маневров ничего подозрительного не обнаружено. Во время плавания было встречено одно парусное норвежское судно под названием «Тролль». Военных кораблей соседей не обнаружено. Очень хорошо. Разрешите дополнить, товарищ командующий. Пожалуйста. При встрече со шхуной «Тролль»
со стороны командира отважного имело место нарушение правил о предупреждении столкновений судов. Это верно? Вы, простите, товарищ Зотов, и на флоте человек новый, могли ошибиться. Комиссар Зотов совершенно прав, товарищ флагман первого ранга. Вы что ж не знаете, что эти господа рады нарочно подставить свои старые корыта под удар наших кораблей, чтобы потом получить вознаграждение и еще написать ноту протеста? Я должен был заставить. Садитесь. Решите объяснить. Садитесь. Перехожу к заключительному эпизоду учения. Четыре подводные лодки коричневой стороны. Кашалот, Сом, Скат, Спрут выходят совместно из базы и следуют в квадрат 42-16. Здесь Спрут отделяется и уходит в глубокую разведку наверх. Остальные три лодки атакуют под перископами линкор «Океан». А задача миноносцев, следующих в охранении линкоров, заключается в своевременном обнаружении лодок и предупреждении флагмана. Значит, Спрут в атаке не участвует? Нет, не участвует. По-моему, это без устава ясно. Товарищ Зотов, в это время я буду далеко на весе. Товарищ командир и комиссар, должен напомнить, что международная обстановка напряжена до крайности. Будьте готовы ко всяким неожиданностям. У всех в памяти последние инциденты. И в данный момент возможность провокации отнюдь не исключена. Поэтому предстоящие маневры, товарищи командиры и комиссары, мы будем проводить при фактической... Учтите, товарищи. При фактической боевой готовности. Всем ясно, товарищи? Ясно. 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 Можете быть свободны. Спасибо. А? Благодарю вас. Мне одно противно. Зачем эта хитрость? Какая хитрость? Люблю смелых людей и прочее. Зачем? Постой, ты не так меня понял. Да брось, ты понимаешь. Ну? Кажись, комиссар, у тебя соответственно. По характеру. Ты чего ж воды в рот набрал? М? Знаешь, друг милый, я к тебе не лезу, и ты ко мне не лезу. Слушай, кажется, разговор между нами кончен, договорились. Лази. Серьезный характер. Наш характер. Райневский.
лодок что-то не видно. Пока нет. Эх, красиво идет океан. Легко идет. Гордон. Смотри, сейчас разворачивать начнет. Вот на таком плавай да плавай. Экая махина. Да. А вот Прохлопай, командир миноносца атаку подводных лодок, и нет такого кораблика. Ничего. А? Да нет, ничего. Я говорю, с маневра, а все волнуешься, все волнуешься. Сигнальщики! Сколько ворон насчитали? Перископ справа по носу. Разрешите вам доложить. Ничего не вижу. Да вон, вон. Ага. Ну и глазище у тебя. Второй перископ справа 35 градусов. Старпом. Есть. Давайте боевую тревогу. Есть боевая тревога. А ну-ка, сигнал на линкор. Вижу три подлодки на осте. Есть сигнал на линкор, вижу три подлодки на осте. Пятое. Товарищ командир, кораблик будет изготовлен. Есть, хорошо. Ты куда смотришь? Ты посмотри, как лихо атакуют лодки. Жалко, спрут не участвует. А что спрут, что спрут? Ваш брат лицом в грязь не ударил бы. Сейчас. Вот сейчас в бою был бы решающий момент. Эх, сейчас бы только и атаковать подлодки. Но ни минуты не ждать. Иначе линкору крышка. Лодки выходят из атаки. Вижу. Лодки вышли из атаки. Разрешите отбой, товарищ командир? Перископ слева по курсу. Какой там еще перископ? Какой перископ? Вешка или шест, наверное. Карпом, что у тебя сигнальщики делают? Сигнальщики лучше смотреть! Перископ слева, бонус! Так, нет, 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 нет. Я ничего не понимаю. Товарищ капитан-лейтенант, это, наверное, спрут идет. Откуда спрут? Какой спрут? В этом месте четвертой подлодки быть не может. Однако есть... Спрут, это не иначе. Заплутал, наверное, сбился. Товарищ командир, отворачивать нужно. Этим курсом пойдем протараним лодку. На подлодке 15 кабельтовых. А ну к сигналу на океан, вижу подлодку на осте. Есть сигнал на океан. И сигнал на лодку, немедленно всплывать, подавать опознавательные. Есть сигнал на лодку. Комиссар. Запросить еще раз лодку. Есть. Комиссар, если это Григорий, спрут. Не может этого быть. Если чужая, пойми, через минуту линкор потопят. Не отвечает лодка. Лодка не отвечает, товарищ командир. Я действую. Действуй. Отвечу вниз. Левый руль. Свои. Честное слово, свои. Лейтенант Шнештон. Товарищ
Готовьте фактическое сбрасывание глубинных бомб. Есть. Готовьте фактическое сбрасывание глубинных бомб. Есть. Бросать бомбы с интервалом 5 секунд. Есть. Бросать бомбы с интервалом 5 секунд. Бросать бомбы с интервалом 5 секунд. Начать бомбометание! Вернуться на место тарана. Следите за пятнами, может, люди будут забраться. Останьтесь на мне. Радиорубка. Радиорубка. Немедленно сопросите линкор. Имеется ли радиосвязь со спрутом? Есть. Товарищ батальонный комиссар, связь со спрутом потеряна. Когда? 12:00. Запросите линкор, имеется ли связь со спрутом. Спрашивали. Ну и что? Связь прервана. Так. Товарищ капитан-лейтенант, Сирий. Считаете ли вы свои действия правильными? Безусловно. Если даже это... А вы? Конечно. Вот что вы, товарищ флагман первого ранга. Считаю поведение командира отважного образцовым. При всех случаях прошу считать меня полностью ответственным за все его действия. Я с вами согласен, товарищ Сорок. Товарищ Крайнев, вы поступили правильно. Совершенно правильно. Только думается мне, черт его знает. Вряд ли то был спрут. Да, не похоже на Григория. Он бы так не прошляк. Хорошо, если бы так. Ну так вот. Партии Фрона отправятся на место происшествия. Не дожидаясь этого, на розыске спрута пошлем из кадров. Ну а пока что отправляйтесь-ка домой. Правильно, на корабле вам сейчас делать нечего. Есть. Товарищ командующий, разрешите мне отправиться с партией Прона? Я хотел бы присутствовать при этом. Все же, если это окажется спрут, я... Вам же кажется, мать приехала. Да. Володя, я пойду на Ипрон. Разрешите, товарищ командующий? Пожалуйста. Будете нужны, вызовем.
А Гриша где? Мама. Флагман первого ранга. На глубине 40 метров обнаружена затонувшая подводная лодка. Спрут? Установить пока что не удалось. Связь с людьми установлена? Никак нет. На сигналы водолазов не отвечали. Что-нибудь подняли с лодки? Пока ничего. Работу продолжаем. Продолжайте. Есть продолжать работу. Товарищ флагман первого ранга, с лодки поднят портсигар. Разрешите, товарищ командир? Пожалуйста. Советские? Это еще ничего не значит. Наши папиросы курят во всем мире. Товарищ Максимов командир, кайфер к трапу. Есть, кайфер к трапу. Алло, алло, Кузьмин. Кузьмин, слышишь меня хорошо? Как себя чувствуешь? Есть меньше воздуха, меньше воздуха водолазу. Есть меньше воздуха водолазу. Флагман первого ранга, найдена комсостатская фуражка. Сейчас будет понято наверх. Орел! Иностранный герб. Не наша лодка, товарищ командующий. И фарвары их не наша. Похоже, но не наша. Все ясно. Иностранная подводная лодка, фактически атаковавшая океан. Молодец, Крайнев. Товарищ командующий, его бы известить надо. Идите на миноносец Смелый и отправляйтесь на базу.
Крайнев! Володька! Что? Это был не спрут, мы потопили чужую лодку. Ясно? Комиссар. Ну, комиссар, дай я тебя поцелую. Мама. Я тебе, дурочку, говорила. Подожди, подожди. Подожди, комиссар. Ну, хорошо, это не спрут, это чужая лодка. Ну, а где же тогда спрут? Установить. Горизонтальные рули разбиты. Боевая рубка и радио вышли из строя. Один перископ поврежден. Всплытие возможно? Сейчас проверяем, товарищ. Продолжайте. Есть. Вот так и лежали они на дне. Совсем как мы. Более 6 суток лежали. А потом вытащили лодку. Мне рассказывали, многие поправились даже. Так там известно было, где затонули. А тут поди-ка найди. Да. Связи у нас нет. Сразу найти трудно. Конечно, трудно. Ведь про такой случай сразу доложить должны. Вот это бы хорошо. Ну, конечно, сразу все меры примут. Ну, ясно. Да, но связи-то у нас нет. Связи нет. Пойдем поближе, присмотримся. Надо людей выручать. Надо. Боцман! Держать на шхуну! 10 градусов справа по компасу! Есть держать на шхуну 10 градусов справа по компасу! Узнаешь старого знакомого? Да это та же шхуна, с которой чуть не столкнулся отважный. Спасите! Ну, решай, на лодку их примем или своих людей на помощь пошлем? Сначала погрузимся, присмотримся поближе и будем действовать по обстановке. Ну, добро, действуй. Говорил вам, что уйдут! Чепуха! Никуда не уйдут! Я советских моряков изучил хорошо. Так что теперь делать? Команда на шлюпки! Живо! Живо! Полная растерянность и паника. А мог Петрович позвать? Явно погибает шхуна. Да. Плохо дело. Спасать надо. Надо спасать Григория. Всплывать немедленно. На труп, корабль уже толстый всплытил. Субтитры
Мирно. Вольно. Садитесь, товарищ. Товарищи, скрывать серьезность нашего положения я не буду. Двигаться под водой мы не можем. Радиосвязь нарушена. Всплыть на поверхность рискованно. Мы не слышали шума винтов уходящего тролля. Может, они под парусами ушли? Нет, товарищи, под парусами они только для нас ходили. Однако, лежать дальше на грунте, бесцельно тратить воздух, электроэнергию, бессмысленно. Что же делать, товарищ командир? Надо попытаться спасти лодку и себя. Необходимо осмотреться. Разведчика нужно выбросить с лодки. Извините, товарищ командир. Правильно. Разведчика и телефонный буёк. Но тут есть другая опасность, товарищи. Если нас подстерегают, то по буйку могут установить наше место и закидать глубинными бомбами. Но рисковать надо. Ну? Кто пойдет? Я пойду. Разрешите мне? Разрешите мне, товарищ командир. Товарищ командир. Товарищ комиссар, прошу принять на сохранение партбилет и документы. В разведку идти мое право. Здесь все семейное, а я ведь один. Да и пловец я неплохой. Разрешите, товарищ командир. Пускай идет. Какой палец не укусишь, все боль. Давайте. Хорошо. Отправляйтесь, товарищ Деночек. Первым делом за собой следите. Не сразу на поверхность всплывайте. Осмотрите. Потом к буйку подплывите. Мы тут к телефону динамик подключим. Вся команда слушать будет, как вы там, наверху. Понятно, товарищ Деночек? Понятно, товарищ капитан третьего ранга. Разрешите идти? Идемте. Ну, до свидания, Леш. До свидания. Счастливо, Леш. Счастливо, Леш. Ну, будь здоров. Всего. До свидания, товарищ. Счастливо, Леша. Поправляйся, Нику. До скорой встречи. Одно дело свободно плыть. А то в резине. Демич выброс не отбросит. Пловец тренированный. Давайте. Молчит Демич. Захлебнулся? Очень возможно. Не дошел еще до поверхности. Наверное, отбросил от буйка волной. Тихо, товарищ. Буйок поднимает на борт какого-то судна. Думаешь, тролль? Алло! Алло! Слышите ли вы меня, товарищи подводники? Тихо, товарищи. Слышу вас хорошо. Кто на поверхности? Теплоход «Москва». Только что подошли и подняли на борт ваш буйок с телефоном. Сообщите, в каком состоянии находится лодка. Можете ли всплыть? Прошу сообщить, подобран ли вами наш краснофлотец? Да, подобран. Жив, Демич. От него мы узнали о нападении на вас замаскированных морских бандитов. Как чувствуют себя люди? Прошу позвать к телефону нашего краснофлотца. Он лишился чувств и отнесен в лазарет. Еще раз прошу сообщить о состоянии экипажа. Я подожду, пока краснофлотец придет в себя. Он
говорить, что теплоход подошел только сейчас. Нет, ничего не было слышно, товарищ командир. Ваш краснофлотец сейчас подойдет! Товарищ командир, это я, Демич. Не всплывайте, здесь враги! Не всплывайте! Кончился Демич. Сейчас забросает глубинными бомбами. Долой поджигателей войны! Да здравствует коммунизм! Можете прекратить ваш маскарад. Есть! Распорядитесь отнести раненого в трюмный изолятор. Есть! Валя, ко мне! Есть! Осторожней. Кончайте с лодкой глубинными бомбами и отходите на запад. Я предлагал это сделать раньше, когда это было возможно. А я не терял надежды заставить их подняться. Они поднялись бы, если бы не этот негодяй. Но почему поздно бросить бомбы теперь? Милейший Куран, в море прежде всего необходимо наблюдать за горизонтом. Взрывы глубинных бомб могут быть замечены и услышаны. По-вашему, это их эскадра? Не знаю. Во всяком случае, не наш. Эти дымки и повторные радиосигналы, которые мы с вами ловим, говорят о том, что русские энергично ищут свою исчезнувшую лодку. Так же, как мы ищем свою. Упорное молчание нашей подводной лодки совершенно непонятно. Майя, опытный командир, причем действовал наверняка в прекрасно подготовленной ситуации. Во всяком случае, сбрасывать глубинные бомбы в данной ситуации было бы неосторожно. Хорошо, что же вы предлагаете? Оставить большевиков живыми и уйти? Я предлагаю прежде всего изменить внешность нашего корабля. Парусник Тролль уже встречался большевикам. Да. А паровую яхту Хильду никто не видел. Хорошо. Маскируйтесь. Есть. Но не уходите с места, пока вы не прикончите их подводную лодку глубинными бомбами. Есть! Маскировка номер два! Вина! С этими документами немедленно доставить в штаб флот. Есть, доставить в штаб флота. Выполнять. Есть.
товарищ командующий. А ведь неплохо задумано. Теперь их план совершенно понятен. Ну что же, обсудим. Ну так вот, товарищ, все ясно. Проследив выход в море нашей эскадры, они решили изъять одну из наших подводных лодок и подсунуть вместо нее в момент атаки свою, чтобы потопить наш новый линкор «Океан». Однако они не знали, что в атаке участвуют три подводные лодки. Таким образом, их четвертый перископ окажется лишним. Отсюда вывод. Решительность и мужество командира отважного расстроили планы врагов. Думаю, что Григорий Кранев вел себя не хуже. А вот что с ним? Теперь в наших руках их радиошифр, которым, по-видимому, сносилась потопленная отважным подводная лодка со своей плавучей базы, с каким-то кораблем по имени Трольд. Этот Трольд должен знать о судьбе Спрута. Пользуясь этим шифром, мы должны это выяснить и во всяком случае задержать Трольда. Трольд? Я где-то слышал это название. Да-да. Позвольте, позвольте. Товарищ Дергялов. Да-да, я слушаю. А как называлась та шхуна, которая чуть было не столкнулся отважной? Не Трольд? Совершенно верно, товарищ бригадный комиссар. Именно Трольд. Так. Я это точно помню по рапорту батальонного комиссара... Зотова. Да-да. Отлично. Дежурный, вызвать ко мне немедленно командира и комиссара отважного. Есть! Они должны в первую очередь отправиться в операцию по поимке Трольда. Или собственными глазами. Да, это верно. Тем более, что честь задержания этих молодчиков должна по праву принадлежать Владимиру Кранину. Пишите радио командиру Трольда. Задание выполнено. Линкор «Океан» потоплен. Иду на соединение с вами. Укажите место встречи. Как фамилия командира потопленной лодки? Басмайо. Подпись Басмайо. Отправляйте. Есть. Хорошие вести от Басмайо. Что, получена радиограмма? Океан потоплен, иду на соединение. Басмайо. Где назначено место встречи? Здесь. Торопитесь, господин Куров. Непозволительно торопитесь. Товарищ капитан, лейтенант, дежурный командир эсминца, отважный лейтенант Петров. Здравствуйте, товарищ капитан. Здравствуйте. 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 Вольно. Вольно. Эсминец по ходу изготовлен. Эсминец по ходу готов. Играть Аврал. Есть, играть Аврал. Просыльный. Есть, просыльный. Дать дудку по местам стоят, всех расфортов сниматься. Есть, дать дудку по местам стоят, всех расфортов сниматься. Выполняйте. Thank you.
гильда какая-то. Штурман! Есть штурман! Пришли вы в точку встречи? Сейчас придем в точку, товарищ командир. Трольда нет. Пока не видно. Не нравится мне, братцы, эта гильда. Вы, может быть, думаете, мне она очень нравится? Выпускай ее, Крайнев. Надо ближе присмотреться. Да, ближе. А куда ближе? На борт я, что ли, к ней полез? Шутки шутишь. Скандал на весь мир подумал. Как знать. Может, наоборот, постараются замять. Смотри, смотри. Пишут. Где пишут? Товарищ командир! Товарищ командир! Пишет она! С яхты пишет! Насчет спрута что-то. А что пишет, не разобрать. Где пишет? Один кормовой иллюминатор мигает. Да где почудилось вам? Никак нет. Мигал. Самый нижний у воды. Спрут ясно давал. А дальше не поймешь. Вот-вот, опять мигает. Да, ты прав, военком. Надо осмотреть яхту. Кого пошлем? Шнирсона, по-моему. Лейтенант Шнирсон. Есть. Нарядите шлюпку, 5 вооруженных краснофлотцев и... В общем, действуйте по обстановке. Есть, действовать по обстановке. Выполняйте. Есть, слышу шум винтов. Товарищ капитан третьего ранга, слышу шум винтов. Приготовиться к всплытию. Есть, приготовиться к всплытию. Кайме, в носу, приготовиться к всплытию. Приготовиться к всплытию. Остановка коммерческого судна в мирное время, это первый случай за мою 30-летнюю практику. Прошу прощения, недоразумение сейчас выяснится. Я уполномочен вас предупредить, что... Пройдемте в мой салон, капитан. Благодарю вас, мы можем поговорить здесь, я люблю свежий воздух. Прошу садиться. Благодарю вас. Я уполномочен вас предупредить. Простите, владелец яхты. Старший лейтенант Шнерсон. Очень приятно. Садитесь, пожалуйста. Я должен вас предупредить. Вы курите? Благодарю вас. Папиросы вашей страны законно получили мировую известность. Да. Представьте, недавно при подъеме одной затонувшей иностранной лодки мы убедились, что ее офицеры курили эту же марку. Да что вы. Я уполномочен вас предупредить, что в этом районе крейсирует пиратское судно. Судно маскируется под норвежскую шхуну «Тролль». Благодарю вас за предупреждение, господин офицер. Но пиратские судны? Согласитесь, что это напоминает давно забытые страницы детских книжек, которые мы с вами читали когда-то. Отряд вооруженных матросов, вероятно, любезно предназначается для защиты нашей яхты? Что вы, только для моей собственной защиты. От кого? Я очень осторожный человек. Почему я должен верить шведской яхте больше, чем норвежской шхуне? Да, безусловно. Очень рад, что визит на ваш корабль рассеял все мои сомнения. С большим удовольствием познакомился с вами, господа. Желаю счастливого плавания. Ну, зайдемте в мой салон на чашку кофе, господин. Благодарю. К сожалению, тороплюсь. Очень жаль, достаточно. Очень жаль. Не туда. Миноват. Недавно красились, господин капитан. Сегодня освежали яхту.
душевой павильон. Незаменим при плаваниях в южных широтах. Разрешите мне там обмыть руку? Он еще не совсем в порядке. Это не важно. Прошу. Не тот кран. Вон что они, сволочи, делают! Ничего, ничего, комиссар, ничего! Все связаны! У нас убито 5, ранено 7. Виноват. 8. Что прикажете сделать с пленными? Расстрелять? Болван! Пленные наши спасения! Большевики не станут стрелять по своим! Выстроить пленных на корме! Слушаюсь! Постойте! Приведите ко мне их офицера! И мальчишку, если он еще не умер от страха! На румбе! 250! Эх, через пару минут нам придется бросить преследование! Впереди малые глубины нам не пройти! Стрелять яхту немедленно! А наши? Поговорим как офицеры! Наша гибель одновременно и ваша гибель! Подумайте о себе, о ваших матросах. Я хотел бы от вашего имени вступить в переговоры с миноносцем и добиться решения выгодного для обеих сторон. Согласны? Хорошо. Прекрасно. Я вас не ошибся. Как у вас дается, хочу вступить в переговоры? 3 белых ракеты. Товарищ командир, яхты сигнал открыть огонь. Молодец, Шнерсон. Хорошо. Эй, обожди, комиссар. Дай-ка телефон. Первое орудие. Колосов. Колосов, руль у яхты расшибешь? Да. Ну, смотри у меня, Колосов. Чтоб Шнерсон с ребятами целы остались. Понятно? Да. Товарищ капитан Петеров, правый борт курсовой 50, взрыв снарядов. Товарищи, там наверху бой, и мы еще примем в нем участие. Радуть среднюю! Есть, радуть среднюю! А ну добавь еще! Ватман! Господин Курнт! Рулевое управление потеряно, что делать? Так, молодец, Колосов, теперь не уйдут. Придется сдаваться. Как? Немедленно поднять белый флаг. Слушай. Да, полная капитуляция. Взять их на буксир. Есть, взять на буксир. Посмотрим, что за хельда такая. Товарищ командир, флот идет в пруд. Где? Подумай, пойдешь. Где? Штурман. Смотрите, в пруд идет. И верно он. А? Да, в пруд. Гришка топлив. Сигнальщики. Есть сигнальщики. Попросите, откуда вас черти принесли? Так и передать. А? Так и передать. Есть. Так и передать.